Новый стиль жизни молодых россиян, активность и желание участвовать в общественно-политической жизни страны. Прибывшие на поезде молодежи волонтеры из различных регионов встретились с самарскими коллегами. В Самарской области зарегистрировано около 29 тысяч человек. Если смотреть по абсолютному показателю, то это четвертое место в Российской Федерации. Казалось бы, огромная армия волонтеров, но если задуматься, это всего лишь 4% от общего числа молодых людей, которые проживают у нас в регионе. Волонтеры Сочи 2014 ждут пополнения в своих рядах, как подтверждение символической волонтерской сердце, которое они подарили самарцам. Я действительно вижу, что у жителей Самары и вот у этих ребят горящие глаза, как сказали вы правильно, они готовы помогать. Мы, волонтеры Сочи 2014, очень будем рады видеть этих ребят на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Пока волонтеры обсуждали теорию добровольческого движения, на первом этаже университета можно было приступить к практике. Здесь прошла акция по сдаче донорской крови. Студенты не стали игнорировать это событие и выстраивались в очередь, чтобы сдать кровь. Чтобы людям помочь. Там может у кого-нибудь заболевания какие-то, там может всякие случаи произошли. Самара стала четвертым городом, куда прибыл поезд молодежи. Следующий пункт следования – Ульяновск. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, ГИС «События».